Ну, на самом деле мы присутствуем при перекраивании культурного пространства. Происходит она, конечно, на тех скоростях и в тех масштабах, которые для всех, я думаю, все-таки стали неожиданностью. Никто не ожидал, что дело пойдет так прытко. И что за этим стоит, мне кажется, вполне понятно, за этим стоит попытка полного государственного регулирования всего, что только можно регулировать. Но как бы печальная сторона этого дела абсолютно очевидна, но мне кажется, что кроме печальной стороны этого дела есть и какая-то оптимистическая, которая, мне кажется, заслуживающая какого-то внимания и вообще акцента, который заключается в том, что на самом деле нас учат таким образом, можно сказать, из-под палки, нас учат каким-то техникам выживания, которые мы, так сказать, в так называемые сытые, тучные, нулевые, мы им совершенно не были научены. Мне кажется, что программный директор, глава этого фестиваля Виталий Манский занял вызывающую исключительное уважение позицию такой яркой, даже, можно сказать, бросающей вызов независимости. Я думаю, что то, что фестиваль сейчас распространяется на два города, к тому же, тем более действительно на город Петербург, где здесь много всего, не знаю, где много заинтересованных наблюдателей всякого сорта, это, мне кажется, замечательно, потому что прятаться – это очень неправильно, а бросать вызов – это очень правильно. И то, что Манский своим фестивалем сейчас не только показывает замечательное документальное кино, но и все-таки бросает вызов тоже, и не в одном городе, как бы, а в обеих столицах, это можно только приветствовать.